кружи ее. И надо бы их хорошенько литературно обработать. А кто-то напротив говорил, что сказки чрезмерно стилизованы. Несмотря на это, братья продолжают... Ну где Угу? Скажи Угу. ...детских и домашних сказок, редактором которого стал известный философ и филолог Фридрих Шлейермахер. А книге стало известно за границами Германии, и уже в 1715 году Вильгельм написал Якобу. Сказки сделали нас известными всему миру. Далее следовали переиздания. И они редактировались, дополнялись, использовалась более качественная бумага, иллюстрации. Например, на обложке второго издания появились виньетки в виде цветочных гирлянд и гравюра иллюстрация к сказке «Братец и сестрица». Хорошо. Что хорошо там? Ну, это же вот, это кошелечек с пикапом. Покажи. Ну, покажу. Ну, покажи. Не стесняйся. Машинка у тебя на кошелечке. Вон он. Артём, с нестандартной стороны. Не так, ты все так, молодец. Я знаю. Да. Пикапный кошелечек. Подрабатываю под мастерье. Под мастерьем. Под мастерье как правильно. Под мастерье. Слезай, киса. Пунька. А, это твой этот? Подожди, это же не... Это мой. Это вот они здесь живут. Давай, ушел руку. Пока. Что? Да, при температуре около минус 6 и минус 10 градусов. Это создает столбики. А когда становится холоднее, то образуются лучи и пластины. И так получаются увеличенные столбики. Это также объясняет, почему снежинки такие замысловатые. Температура и влажность в момент роста определяют структуры, сформированные в этот момент. А, ну то мог его сразу пустить. Симметрия, которую вы видите, возникает не потому, что одна сторона каким-то образом знает, что делает другая. Но в лаборатории сейчас мы обрежем их. Только не до конца, наверное, да, обрезать? Можно создать почти идентичные снежинки. Да. И что и сделал Кен. А вот здесь, что здесь? Чтобы не торчали? Да, просто. Вы увидите. Ага, полагаю, это что-то вроде затравочных кристаллов. Это маленькие искрящиеся кристаллы снега. Да, это еще одна маленькая камера. Это просто холодная пластик. А потом я собираюсь протолкнуть эту штуку. Кристалл, причина, по которой вы получаете эти гладкие плоские грани, заключается в том, что нелегко нарастить больше кристалла на вершине. Надо его существует так называемый плющить. Барьер зарождения. Необходима критическая плотность дополнительных молекул вещества, прежде чем они соберутся вместе и образуют маленький островок, достаточно устойчивый, чтобы вырасти и добавить еще один слой кристаллу. Когда вы впервые формируете снежинку, вы всегда начинаете с шестиугольной призмы. Если барьер зарождения ниже для боковых граней, то они растут быстрее. Что-то будет, он там затирает, почему пластины. Если барьер зарождения ниже для базальных граней, то они растут быстрее. Вот здесь можешь. Столбики. Известно, что барьер зарождения зависит от температуры, и это объясняет, почему при температуре минус 2 градуса Цельсия боковые грани растут быстрее и получаются пластины, потому что барьер зарождения для них ниже. Верхний дисклеил немножко. Вы также можете видеть, почему при температуре ниже минус 20 или около того получаются столбики, потому что барьер зарождения базальных граней при этих температурах ниже. Но что непонятно, так это почему мы должны получать столбики при температуре около минус 5 градусов Цельсия. Первый ком блином. Затем пластины. Чё, косяки-то, клёво же получилось. Гипотеза Хиски и базальные грани имеют провал в барьере нугляции около минус 4 градусов Цельсия, а узкие боковые грани при минус 15 для преодоления барьера зарождения. Поэтому эта поверхность растет медленно. Но по обе стороны от этой узкой боковой грани на них диффузионирует. Мы должны знать, как это работает, черт возьми. И я хочу быть тем парнем, который выяснит, как работают снежинки. Это всегда двигало мной. Знаете, как ученый, вы хотите понять что-то. Покажут. Из кожи режет. Делает. Ты рад? Который шкуру на ремне пускает. Шкуру на ремне пускает. Да? Там скоряк. Скорняк. Скорняк. Да, там.
Коряк — это что-то другое. Коряк. А вот скорняк — это корняк. Коряк, винтовка. Еще шорник есть. Это, по-моему, все-таки это для лошадей упряжь делает. Вон шорный пони. Что? Штук называется. А ты показал на Артема и сказал шорный пони. Что, чертов пони? Шорный пони. А, шорный пони. Черный пони. Шоры, ты знаешь, что такое? Откуда я знаю-то? Я в аширы не играю. Ну, это специальные кожаные штуки, которые глаза лошадям закрывают, когда те в упряжи. А, эти козырьки такие? Не, не козырьки, прям такие на глаза у них идет, где упряжь на лице, и глаза закрывают, вот они не могут в сторону видеть, ну, чтобы понял. Ничего не пугались. Ну, вот такие вот. Ну, типа того. Но. Ну, это шоры. Круто. Да. Зашорить, это значит, типа, зашоренный взгляд. Ну, смотришь, ничего не видишь. Узконаправленный. То есть я узконаправленный, да? Почему ты это на себя применил? А что ты мне это сказала? Я это тебе выражение объяснила русского языка. Идиому. Ты это выражение ко мне применила? Нет, я тебе его объяснила. А к чему ты мне объяснила? А, чтобы ты стал эрудированнее. Можешь включать. Ну и все.